55-летний юбилей семейной жизни празднует семья Валентины Ивановны и Андрея Андреевича Раздобудько. В День семьи, любви и верности пару поздравили члены местного политсовета «Единой России» Татьяна Квасникова и Анна Державина. Познакомились молодые во время военной службы в поселке Ям. Сегодня дети, внуки и правнуки радуют пенсионеров своими успехами в карьере и учебе. Партийцы зачитали поздравительный адрес от секретаря отделения партии Алексея Спасского и вручили им памятные подарки и чайный сервиз.